Ну вот идем дальше. По дороге нам встречается горная речка. Вот такая красота. Вот все говорят, Испания, море, море. Но ведь Испания — это не только море. Испания — очень богатая природа. А горы? Вот хочу вам показать это все. И вот в конце маршрута нас ждет вот такая красота. Так что, пожалуйста, кто хочет горы Испании посмотреть, звоните, мы вас отвезем. Ради этого стоит сюда приехать, все самим обстоятельно посмотреть. Потому что видеокамерой все не передашь.